Привет, дорогие девочки! Я хочу вам показать, как я делаю вот такой вот головной убор без нижнего платка, создавая дульку на затылке, только лишь используя шелковый, тонкий, легчайший шарфик. На лето, на сильную жару это может многим пригодиться. Я взяла шелковый шарфик, завязала его на затылке двумя узлами, потому что шелк очень скользкий, он развязывается, если использовать один узел. У меня плюс-минус одинаковые кончики. Один конец шарфика я использую для того, чтобы сделать объем вокруг головы. Это будет жгут, я его не сильно затягиваю, чтобы он был более объемный. Вот. Мы его сейчас зафиксируем, потому что это все-таки скользкая ткань, и она очень просто может у нас соскользнуть и упасть. Прячу кончик под убор. Я заранее прошу прощения за свои волосы, они у меня отросли, и мне уже нужно добраться до парикмахерской. Вот, они уже выглядывают у меня из уборов. Так, итак, я взяла заколочку и фиксирую жгутик так, чтобы головка булавочки скрылась у нас под жгутом. То есть я сначала прокалываю базовую ткань убора и после этого только запускаю иголочку в жгутик. Таким способом головка нашей булавочки будет под жгутом и ее не будет видно. Все, жгутик у нас зафиксирован, он не должен у нас никуда сдвинуться. Вторую часть, второй конец шарфика мы будем использовать для создания объемной дульки. А для этого я опять же буду использовать булавочки. Я беру булавочку, накидываю ткань на голову. И сейчас мы будем определять, где у нас будет верх дульки. Вот приблизительно, наверное, тут. Я фиксирую ткань в сложенном виде к убору. Так. Зафиксировала, опускаю ткань и тут же беру еще одну булавочку. Теперь точно так же мы фиксируем, мы сейчас с вами создаем объемный затылок за счет складочек, и мы не затягиваем ткань, очень легко с ней работаем. Точно так же мы сейчас фиксируем ее на затылке, вот тут вот. Так, зафиксировали. И снова поднимаем ее кверху. Вот сейчас мы уже будем чуть-чуть распрямлять ткань и как бы обнимать созданную нами дульку, чтобы она получалась равномерной, чтобы она такая была более обтекаемая и кругленькая. Я беру опять булавочку. Вот, и снова фиксируем чуть-чуть выше, чем мы фиксировали прежде. Вот если мы... Опускаем очередной раз ткань, и теперь у нас остался уже такой короткий кусочек, который мы сейчас будем оформлять нашу дульку и прятать его под убор. Прячем концы под убор. Благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня и настроения. До встречи!